двухзонным климат-контролем для передних пассажиров и отдельный. Что, поехали, посмотрим. Доброго времени суток, друзья! Так оказалось, что в этом году мы решили таки отметить свой день рождения более широким кругом, нежели в прошлом. Как было в прошлом, вон там по ссылочке можете пройти, посмотреть, а потом вернуться и заценить, что будет в этом году. Вон Ваня уже поехал на точку старта. Сейчас мы сделали первые наброски для трассы. Трасса будет одна для всех. Будет очень много интересных поворотов, подъемов, спусков, косогорчиков. Ну, в общем, не заскучаете. Итак, после спуска прямой скоростной участок. Условно стоковый поджерик скачет. Жук сюда. Потом жук туда. Потом здесь интересный подъем на повороте. Стоп, сосна. Ох ты! Так, с этим моментом, наверное, надо что-нибудь подумать. Для них, наверное, здесь не составит препятствия. А вот длинный поджерик что-то не проскакивает. Так, дальше спуск. Ух ты! Большие диагоналочки. Так. Дальше спуск. Раз, два, три, четыре. Сейчас палочку из порога вытащит. Вот так. Делов-то. Короче, если вы думаете, что идет обсуждение трасс, нифига подобного. Андрюха рассказывает, как они вчера гонялись за рассветом вместе у шунутов. Сейчас подойдем поближе. Видишь, встают. Теперь уже точно стою. Пришлось туда на лебедку. Теперь точно никуда не приеду сам. Он без лебедки вышел. Рядом. Все. А все, что ли? Я только подошел, подслушать только подошел. О, слышите, да? Стартовый пистолет приобрели. Так что будет, по крайней мере, шумно стартовать. Ну, что, он решил в обратную сторону, видите? За моей спиной широкой. Пробивая себе дорогу по крапивнику, Ваня едет в обратную сторону. Сейчас мы его подхватим здесь. Травинку зацепил, тащит с собой. Но у нас нет задачи сделать супер жесткую трассу, потому что это все-таки праздник, и это так, что он опять у меня камнями кидается. Так вот, у нас нет задачи сделать супер жесткую трассу. Поэтому так потихонечку, по лайту. Интересно, он спрыгивать будет с горки или прямо пойдет? Ага.
Весь круг, наверное, будет минут на 7. 6-7, вот так. Но будет интересно. А что еще будет? Сейчас, значит, у нас в разработке конкурс детских рисунков, поделок и тому подобных вещей. То есть, если ваш ребенок знает, как нас поздравить с днем рождения, пусть делает поделку. Я сейчас усиленно ищу призы на этот конкурс. Дальше, как всегда, у нас будет лагерная движуха. Попрыгаем, побегаем с родителями, со взрослыми. Вспомним, что умеют детишки в 2 года. А, к слову, нам исполнилось 2 года уже. Ну и забабахаем музыку. Какую-нибудь караоке-бум сделаем небольшой. Ой, караоке говорю. Танцевальный. Вот так. Пойдем мы еще обсудим. Если что, я еще к вам вернусь. Не переключайтесь. Подготовка трассы — это не только просто взять и проехать на поджерике, но еще и лопатой помахать. Главное, абсолютно точно, дуговая бесполезность всех этих. Почему? Все этой деятельности. Почему? Пробуй, давай. Нет. А что ты думаешь, ты не заедешь? Нет. Сергей решил доломать качельку. Езжай дальше, что встал-то? Вот, вот. Ну и все, больше у нас качелей нет. Проблемы нету, молодец. Да, я уже... Андрей мне кричит, включай камеру, а я уже, друзья, мы решили добавить чутка, чуть-чуть к трассам добавить один кусочек. Ну, казалось бы, он просто прямой, со спуском подъем, но Ваня почему-то газует и не едет. А что случилось? Ага, мы же знаем, как ты ездишь. А мы Андрюху попросим. Андрюха! Встань там ему куда-нибудь. На эту сторону. Так, ну-ка. Давай. Так, назад, Вань. Да, наверное, да. На гребне? Где-то посередине. Да. Ваня, у тебя зад оторвался. Да. Я на правой стороне. А почему левое колесо болтается? Я на правой стороне. Короче, поняли, да, как это круто трассу делать? Висю! Зад, а еще и зад оторвался. Вперед, кричит. Поднимайте его. Ваня, стой! Ванька, я сегодня с утра косил, земли наелся. Хочешь, подъеду? Давай. А то, видишь, народ-то боится испачкаться. Ага. В общем, не смогли вытолкнуть, и теперь у нас операция эвакуация. Достаем Ваню вместе с Пахериком. Достаем просто Ваню. Где у тебя этот, твоя козырная фраза, что он не Пахерик? Да по Пахерик. Все. Вы не понимаете ни черта. Все, ребята, свершилось. Нет, он поджерик, но с вами бесполезно. Так, Юра пробирается на ниссанчике своем. Сейчас будет тут подниматься, тут, наверное... А смысл ему подниматься, Рита? Ну, мы же посмотрим хотя бы. А, да?
Зачем тогда так далеко разматывал? Ты его просто сейчас затащишь. А я-то думаю, что он матывал? Зачем ему заниматься? Держись! Хорош! А у тебя что тут ручка? А, за борт! Юра сказал, я сейчас приспущусь маленько, говорит, со своей высоты. Ну все же понимают, что Юра у нас такой он мавр, можно сказать, трассостроение. Не-не-не, давай, да-да-да, вот, да-да-да, вот туда, да. Зрители, чтобы понимали, задом спускаться страшнее. А Юра начал еще поворачивать так, что машина хотела бочком спуститься, но он вовремя выкрутил руль совершенно в другую сторону. Пассажиры кричат: остановите, я выйду здесь. Юра, стой! Давай. Юра, стой! Ваня пошел. Паша молодец. Че, думаете, выйдет, нет? Что-то не по плану. Мне, говорит, главное, чтобы передние колеса зацепились, да? О, колеса зацепились. Вау. Напомню, это трасса Сток. Вот тебе и похерик. Подровнял. Вот тебе и похерик. Лопату! Ну они просто говорят, они говорят, вот у меня во ВКонтосе видосики, иди мучайся, выковыривай его. Надо вот в Орговской палатке, я имела в виду, что они пришли, слили видяшку, не, ну, а им какую-нибудь конфетку. С другой стороны, у нас все же в группе, в телеге, кто будет. Вот на 99% они туда же и сольют все. Ну тоже я. Потом, на пределе никто же ничего не слил. Хотите когда уехать не просили, а вот песочницу-то дофига насливали. Я же тебе говорю, мы сделали работу над ошибками, что ты начинаешь? На пределе же не было. Была только поляна, будет дети на предел и было, поздравления. Да. Все. А потому что там никто... Народу снимало просто море. Ой, блин. Вот море. Давай. Я скажи нашим зрителям, как? Скажи, почему вы не слили видосы? Где наши видосы? Вот. Нам нужен контент. Короче, друзья, все, кто приезжает к нам на день рождения, снимают видео, не лезут на трассы и все скидывают в наш телеграм-группу. Слушай, без ватсапов этих ваших долбанных. Ну, можно ватсап, но не там надо, качество не плохое. Лучше в телеграм. Ну вот, все разъехались по домам, в принципе. Трассу накидали, наметили, место для лагеря наметили. Все сделали. В следующие выходные приедем, набьем колышков. А ты забивай себе в календарь 24 число. Это праздник, день рождения Юры Ладванчикомпани. Мы отмечаем именно 24 сентября в этом году. Все, всех ждем. Должно быть круто, весело и интересно. Да? Два. Да. Ну а пока. Всем пока.